И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы вернемся с вами в King of Zivs, или же Короля Воров, или же Котик-вор живет в этом прекрасном мире воров. Не знаю, короче, как еще назвать, просто хочу всегда как-нибудь более оригинальное название серии, начало серии сделать, но всегда что-то получается как-то однообразно, надо какой-нибудь, наверное, знаете, как обычно. Как у меня было, кстати, один раз приветствие такое было, не знаю, кто его помнит, нет, типа, а какая-то очень странная новость, типа, однако, здравствуйте, у меня был такое приветствие какое-то время, было классное, но каждый раз искать какие-то сумасшедшие новости, это довольно тяжело, на самом деле. Еще, чтобы они не касались каких-нибудь острых тем. Ну да ладно, ребята, King of Zivs, поехали, сейчас будем воровать. В предыдущих сериях мы на этом как раз остановились, что воровали. И даже неплохой камушек утащили. Еще надо будет сегодня вернуть себе предыдущий камушек, который у меня стоял в этом, в апгрейде. Не в апгрейде, а в комбинации в этой стоял. У меня его кто-то угнал. Кому-то очень сильно был нужен мой зелененький камушек. Хотя я догадываюсь, почему на меня часто нападают. Потому что, ой, это же кристалл, надо отжать у него камень. Чтобы он потом в ролике на меня побомбил, например. Ну, или что-нибудь в таком духе. А может, просто чувак украл, ему нужен был зеленый камень. Кстати, да, я вспомнил, у меня же лабиринт. Сейчас надо посмотреть, какие задания. И после этого уже нормально пойти все это дело грабить. Поэтому, поп-поп-поп, что у нас по заданиям? Надо нам... Желтый камень, синий камень, зеленый камень. Короче говоря, каждого камушка по одному надо украсть, и все у нас будет клево. Так, ну все, значит, окей, все виды камней практически собираем. Так, лучше, знаете, когда разноцветные камни лежат, чтобы интереснее было. Лучше вообще, когда разноцветные камни клевого качества. Вот это вот прям супер было бы. Ладно. О, во все, вот этот можно украсть. Синий камень у нас был вроде в задачах. Поэтому погнали. Еще и карта достаточно простая, я смотрю. Поэтому мы, думаю, с первого раза даже, наверное, пройдем. Но, эх, на горошину идут, как обычно, я и сел. Бедный мой котик. Как он, наверное, меня ненавидит. Он постоянно садится задницей. Точнее, в него пихает горох каждую серию. Каждый раз, когда он пытается своровать что-то, в него пихает горох. Он, наверное, меня так ненавидит. Просто у меня была такая теория, что это горошины и раскаленные. Так, нет, блин, вот это, кстати, неприятное место. Я даже не знаю, как особо здесь правильно запрыгнуть. А, можно, конечно, отрубить одну из ловушек, но... Так, а вот здесь, у меня вопрос, а вот здесь я могу запрыгнуть или нет? Я не могу здесь запрыгнуть, окей, это была плохая попытка, но окей. Погнали. И сейчас я умру, потому что чувак меня это точно изничтожит. Так, надо бы хотя бы одну ловушку, наверное, отключить или убиться об одну из ловушек. Так, давайте. А, я не могу ее отключить. Кстати, вот эту штуку давно не использовал, довольно прикольная. Так, и у меня там один кот застрял. Ой-ой-ой-ой-ой, я гений просто. Не, я реально эту штуку не использовал практически такой. А, она снова есть, что ли? Она всегда будет? Так, ну, большая часть все равно котов у меня там застряла. Так, господи, это мне ломает мозг, когда очень много котов собирается в одной вселенной. Так. Да господи! Я за каким-то жалким синим камушком иду, и для меня это такая хардкорщина какая-то началась. Блин, я... Чё-то здесь как-то все не так. Так, ладно, специально умру даже. Ладно, я хочу выключить ловушку не за деньги, а вот так. Все. Ей! Я сдаюсь, я знаю, что я не смог, я признаю свою ошибку, но не хочу вас заставлять мучиться, не хочу заставлять вас смотреть это дело, как я тут пытаюсь все-таки стырить этот камень всеми возможными способами, мучениями и тому подобное. Так, ладно, все, угнали синий камушек, шикарно, жалко, правда, не тот, ради которого я сюда и пошел. Так, найти противника, поехали дальше, теперь стырим какой-нибудь такой камень, ну, поехали, здесь тоже можно стырить. Так, ну, как ты знаете, смотришь первый раз, вроде простенький уровень, на деле оказывается, что совсем как-то нелегко. Так, здесь что-то я косячу. Так, пробегаем, блин. Так, надо попрыгать, наверное. Так, оп, оп. И мы чутка... Нет. Так. Еще поп... Нет, еще не могу попрыгать. Так, два прыжка, после этого еще вот так два раза. И, видимо, надо в пушку залезть, по-другому я тут не вижу. Да, еще об него давай убиваться будем. Да гос... Ну ладно, все отключил. Сегодня день отключения ловушек, на самом деле. А, вы просто ничего не знаете, я специально это продумал. Это такая многоходовочка, чтобы я сегодня только отключал ловушки своим телом и своими смертями. Вот оно как. Главное найти отмаз, да? Так, ну отлично, желтый камушек угнали, два задания выполнено, надо теперь угнать третий камушек. Третий у меня какой? Зеленый, по-моему, был камушек, если не ошибаюсь. Дайте быстренько посмотрю задание. А, зеленый. Да, зеленый камень, все окей, сейчас мы его угоним кому-нибудь. И хочу, чтобы это был какой-нибудь крутой камень. Но, скорее всего, нет.
Два зелененьких. Ладно, давайте сделаем так. 7 раз сегодня ролим, и на 7-й раз должен попасться офигенный зеленый камень. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну ладно, зеленый камень все равно хотя бы здесь есть. Так, кстати, здесь что-то какой-то очень прокачанный мух. И он мне очень не нравится. Блин, да господи, я думал, что тут... Ой, здесь косячу. Так, прыжок. А, нет, не очень. Так, а может мне как-то подольше поскать? Здесь? Нет. Блин, очень-очень жесткий этот. Так, оп, все. Получилось. Окей, 2 звезды сохранил. Нормально. Это можно. И зеленый камень. Я украл его. Нифига себе. Сегодня даже день какой-то неплохой. Еще я могу теперь продолжить и даже не возвращать свой камень. Видим, да отстань с своими покупками. Не хочу ничего покупать. Не буду. Все, лабиринт, поехали. Посмотрим, что у нас в лабиринте интересненького. Так. Ну, что у нас может в лабиринте интересненького, на самом деле, быть? А, те же самые слезки получу. А может, сферы себе выиграю. Кто его знает? Все. И я специально сейчас даже не смотрел на то, где у нас путь, чтобы лабиринт был хотя бы для меня интереснее. А то, типа, ты такой уже посмотрел, где вроде примерно находится выход, и это уже как-то лабиринтом особо не является, потому что дали подсказку. Буду доверять своим органам чувств, я не знаю. Чтобы дойти до нужного места. Вот здесь они немножко ошиблись, и я пошел куда-то не туда. Дорога повела меня не туда. Вообще сюда я не хотел, но окей, если я здесь пойду. Слушайте, а походу верный путь. Да, я хотел наверх подняться. Ну ладно, все, походу я добрался до сундука, или он еще выше будет. Вот этот момент я не знаю. Так, пушка, они все добрались до сундука, и оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ей, сейчас бы мне только еще получить каких-нибудь хороших ништяков. Типа сферы халявные, например. Можно? Не хочу касать, давай еще раз. Еще раз попробуем. Так, ну 30 слезок, ну мне их так дофига. Давайте еще разок. 20 ключей. Ну это уж того не стоит. Ладно, 20 ключей, которые у меня и так уже были, но чоп и нет. Зато проверили свою удачу снова, и я снова убедился в том, что у меня удача на уровне дна какого-то, наверное, не знаю. Так, чё, поехали дальше красть что-нибудь интересное. Если, конечно, сегодня будет что-то интересное. Пока что меня сильно вообще как-то не радуют уровни и гемы, которые есть у ребят. Пока что все очень грустное. Блин, единственный раз был товарищ, у которого был камень за 80 тысяч очков. Почему больше таких ребят не попадается? Где моя удача? Почему? По-моему, тот камень высосал всю мою удачу. И после этого, типа... Я абсолютный неудачник в мире King of Zeus, видимо. Ладно. Будем смотреть... Так. О, ну, хоть такое. Я, в принципе, рад буду и такое угнать. Поехали. Еще надо кампанию проходить. Может, я не знаю, внеси или где-нибудь ее. Так, тихо. Ой, блин, все же хорошо было так. Снова прыгаю на эту же пулю. Господи, меня жизнь, видимо, ничему не учит. Так. Нет, это плохой вариант 2 раза прыгать. Так, вот здесь можно, и вот здесь можно, да? Вот здесь обратно я пойду, потому что меня по-любому застрелят. Так, чувак, ты меня, пожалуйста, не убивай, у меня тут очень важное задание. Это грамотно вот так вот прыгнуть и не нарваться на снаряд! Вот что одно из самых главных в этом мире задач, блин. Нет снаряд? О, все, окей, ладно, я прошел. Оп. И... Что у нас здесь? Зелененький камушек. Ну ладно. Сколько? 300? Ну, такое себе. Ну ладно, хоть что-то. Прогресс-то всегда хорошо в любом случае. Я еще выше поднялся. 3-е место. Кстати, а когда лига закончится, чтобы я перешел в следующую? Ну-ка, давайте быстренько глянем. Так, Рупа всегда был дураком. Не слишком-то радуйся, это только начало. А, вот я в 3-м месте нахожусь, получается, через 2 часа я, походу, перейду в следующую лигу. И это будет рубиновая лига, походу. А есть кристальная лига? А? Так. О, у меня ключей стало больше вмещаться. Почему? До этого 130 вроде максимум было. Ну ладно. Больше так больше. Я только рад этому. Понятное дело. Еще немножко осталось до 14 уровня. Я надеюсь, что чем больше уровень, тем больше будет шанс того, что чуваки будут прямо офигенные камни у себя оставлять. А то что-то в последнее время все какие-то камни совсем неинтересные. Ну, с рамочкой обычной. Ну, что это такое? Кому интересны простые камни с простой рамочкой? Я не знаю. Так.
Ничего. Ничего хорошего. Я буду грустить, знаете, вот прям вот не знаю, вот прям капец как хочу грустить. Может, хотя бы вы меня лайками поддержите. Будет много лайков, я буду хотя бы не так грустить сильно, когда буду играть в следующий раз в King of Zeus, потому что мне в последнее время вообще не хотят никакие гемы приличные падать. Вечно ролю, только деньги есть. А деньги что? Ну куда мне эти деньги? Ну получу я их и все. А, ни на чем мне не особо не надо. Мне нужны именно гемы крутые. Но пока что все какой-то вот. Тут реально, ну что, просто камень с обычной рамочкой. Где вся удача, ребята? Кто ее высосал? Признавайтесь. Я знаю, что это кто-то из вас. Кто-то наверняка подрабатывает шаманом-королем, я не знаю. Так. И именно в этот момент надо было, да? Да господи! Получилось же первый раз нормально. Да гу. Не буду я договаривать, что я хотел сказать. Просто пусть это будет рандомный звук, который я люблю издавать. Так. Сами додумайте, что я хотел сказать предыдущим своим выкриком. Так. Мне надо поймать момент нормальный. И это не один из тех моментов, который нормальный. Вот сейчас вроде... Нет, да господи, чё этот кулак такой мерзкий-то, а? Дай ты мне... Я, правда, надо уже скоро использовать отмену ловушки будет. Потому что если я сейчас не сделаю, то хпшки уже не хватит на продолжение. Так, ладно, обезрежем ловушку. И... А, все окей, я думал, что она еще не выключилась. Я бы немножко пригорел. Так, все, гем. Главное гем получить, поэтому я готов потратить... сферы. Нет, это что, где моя удача, ребята? Ну кто ее реально уничтожил? В общем, ладно, ребята, на этом, наверное, серию будем заканчивать. Надеюсь, она вам понравилась, хоть она не самая удачная. Но в целом мы продолжаем играть в King of Zeus. Если вам нравится, можете поставить лайк. Если будет много лайков, также буду играть и дальше. Хотя, на самом деле, в последнее время я уже не сильно знаю, что делать в King of Zeus. По той причине, что, ну, блин, ничего особо нового у меня тут не происходит, можно сказать. Гемы тоже не сыпятся, поэтому я в последнее время сильно грущу по поводу King of Zeus. Не знаю, надо что-то, наверное, придумать новое или что-нибудь в таком духе. В общем, ладно, посмотрим, будет все это дело в следующих сериях. Если вам понравилось, лайки ставьте. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться. Также нажать на колокольчик, если я вам был хоть как-то интересен, вам хочется посмотреть на мои ролики еще. Или что-нибудь другое не пропустить. И в описании ссылочки на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал. Туда тоже можете подписаться, если вам я хоть как-то интересен. Все, удачки и пока. Всем волшебного.